Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Скорпион Туи, сегодня мы играем в FX Racer, а третье слово я не знаю, как там называется, короче, в конце видео посмотрите. Сейчас будет заезд. О, хорошо попался. Так. Короче, заезд я понял. Все, изи будет. Так, а сейчас будет гонка. Это автоматически все переключается. Да такого никто не додумается даже из этих гонщиков. Ребят, поддержите мне лайков, чтобы я был на первом или хотя бы третьем месте. Смотрите, вот нужно сейчас пост one, то есть сейчас круг первый. Тут нужно 10 кругов сделать, то есть видите, вот надпись там, где первый из 10. Это обозначены круги, на котором мы должны проехать это расстояние. И как видите, мы сейчас пока что на первом месте. Но если не помешают нам эти глюки, то я думаю, мы в принципе справимся. Так, первый круг есть. Мы сейчас второй едем из 10. То есть нам осталось 8 кругов еще. Так. Давай. Кстати, нам нужно еще следить за бензином и за процентами. Ну как там сказать? Ну, в общем, поняли. Наверное. Или потом поймете. Ой-ой-ой. Хорош. Видите, как мы быстро едем? А эти другие, наверное, сидят толкаться, как петухи. Вообще жестоко. Так, сейчас будем третий круг ехать. Но, надеюсь, на этот круг хватит бензина. Хотя бы до половины. О, уже глюки начались. Ё-моё, блин. Чёрт. Уже глюки начались, видите? Чуть подлагивать немножко. Ладно. Надеюсь, мы справимся даже с глюками. Ой-ой, на половине. Надеюсь, нам удастся этот круг доехать хотя бы. Так, отлично, сейчас мы съедем на финиш. И там у нас будет как раз заправка. Так, четвертый круг. Тихо. Где-то должен быть въезд на заправку. Давай быстрее. Черт.
Где-то долбанный въезд. Они сейчас меня обгонят. Вот он, вот он, вот, 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 вот он. Давай, 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 доезжай, есть. Фух, успели, 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 успели. Так, отлично, давай. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Отлично, поехали. Черт, Макс нас обогнал. О, нет, второй, 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 я третий уже, я третий, вот, третий, 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 третий. Так, ну, в принципе, двоих нужно обогнать еще. Ну, успею еще, в принципе. Тем более на кругах. А они нет, лох. Так, аккуратненько. Вот так вот, блин. Ха, так им надо, чтобы не обгоняли меня. Ой-ой, аккуратненько. Еще нужно поторопиться. Если куда-то торопиться, если, в принципе, я уже на втором месте. Так, если ты поторопишься, то, естественно, смешишь и себя, и людей своим проигрышем. Иди отсюда! Да блин! Зря порисковал так. Ну ладно. Ща им покажу, как надо ехать, зараза. А, стоп, так я еще на втором месте, отлично. Знаете почему? Потому что тут врезался еще. Ага, лох. Так, аккуратненько. Обгоняем. По-прежнему на втором месте, если вы не заметили. И мы едем пятый круг. Тихо, тихо, как бы нам тут обогнать его. То секундишку. Вот так тебе, понял, собачка. А, еще и врезался, лол. Так, аккуратненько. Тут главное не быстрее ехать, а аккуратнее, потому что чем аккуратнее ты едешь, тем быстрее ты кажешься. Стоп. Нас уже обогнали или чё? Я не понял. А, нет. Ты наоборот нас догоняет. Может быть. Может, я ошибаюсь, не знаю. Ладно. Надеюсь, мы тут все мы первые. Шестой. А в конце видео, если попадется такой момент, что мы или на третьем, или на втором, или на первом месте, то я вам включу музыку, которая была в начале видео, только погромче. Так, аккуратненько. Надеюсь, мы победим. Ребят, уже чувствую такое ощущение, будто бы мы сейчас уже победим. Потому что там 4 круга осталось, это уже мелочь. Вот для тех, которые мы в начале видео делали. Так, аккуратненько. Понимаете, что Скорпион? Ты очень опытный игрок по формам. Так, 3 круга нам осталось. 3 круга, ребят, это уже мелочь. Да блин, опять руки. Черт. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, стоп. Нам нужно подкачать наш бензин. Вот. Быстренько. Поехали. Давайте быстрее. Пока нас еще не догнали никто. Так, вроде успеваем. Да, успеваем, отлично. Видите, какой у нас еще быстрый. Тут главное еще и быстро успеть подкачаться тут еще. А не просто такой бас-бас-бас и все. Ну, как там, помедленно. Немножечко срежем путь.
Сейчас поиск мой пойдет. Так, кто-то от нас уже отстал, видите? Мы уже как бы обгоняем уже. Да ты достал, мелкий, секунд. Ну ничего, мне в первом месте собака. Ой, да что же ты будешь делать-то? Нет, нас догоняет уже. Стоп, я не понял, это мы на первом месте или что? Я не понял что-то. Надеюсь, мы на первом, просто я не припоминаю, что нас кто-то обгонял. Так, девятый. Так, ладно, пока есть возможность, мы его обгоним. Так, аккуратненько. А, лол. Поехал на заправку, ладно. Да чтоб тебя, тварюга. Ты достал, даун. Все, отстал, блин. Отстал, говорят, меня. Пост первый. Ну, слушайте, но, скорее всего, то, что пост первый, это имеется в виду, какое мы место занимаем. Наверное, мы первое место займем сейчас. Вот 20 кругов было бы намного жестче. Ой-ой-ой-ой, опять глюки. Так, аккуратненько мы справляемся. Так, хорошо, десятый круг сейчас будет, и все, и финиш. Так, стоил бы last up. То есть, смотрите, last up это имеется в виду завершающий круг, то есть, последний. Блин, зря я не... А, стоп, подожди, так станция сейчас близко будет. Нам сейчас выпадет возможность вовремя подкачаться. И тогда мы уже все, и тогда уже окончательно будет финиш. Блин, обогнал. Пост второй, чего? А в смысле на этом месте? Алло, я не понял. Ну ладно. А, ну я понял, почему. Тот же меня обогнал, зараза. Ладно, не важно. Главное, чтобы мы были хотя бы на втором месте оставались. Все. Я вот не понял, почему он только на втором месте? Я же думал, что мы были на первом. Ладно. Вот тонет, зараза. И как я вам обещал, уже музыка. Thank you.
это сейчас будет повторно, потому что там начало было не до конца. Эта игра называлась VX Racer 3. А сейчас мы приступаем к следующей. Shadow Fight 2. Вот у нас любимый Shadow Fight 2. Окей, еще раз поставлю на паузу. Ну, что прогрузилось. Значит, смотрите. У нас изменилось следующее. Когти Шокера. Вот такой вот инопланетный плащ. И, да, маска со шевалами. А в метательном оружии циркулярные пилы и силовой луч вы не видели. Но он у меня не изменился. Поэтому пойдем. И знаете куда? На инкубатор. Что за глюки? Не понял, что это за глюки были сейчас? Давай, быстрее грузись. Опять придется
придется поставить на паузу. Вот так-то другое дело. Я, короче говоря, заново, значит, начал Shadow Fight 2. То есть, я не заново, но, как бы, я просто... Ну, вы поняли, что сделал. Насчет, как я там говорил, на инкубатор. А у нас там топаз. Сразу скажу, то, что сейчас нам с тенью, это нам древний сделал. И опять почему-то лагает. Ну ладно, подряюсь так. На тебе! Зараза. Зараза.